какую пить воду и когда лучше для здоровья, не просто важно, жизненно важно знать. Ведь по количеству молекул каждый человек примерно на 98% состоит из молекул воды. А водный баланс — это непростая ситуация. Ее не так сложно контролировать и правильно поддерживать. Потому как потребность взрослого человека в воде средняя 4-5% от массы тела ежедневная. То есть примерно за 20 суток вся вода в организме взрослого человека полностью меняется. Детям еще сложнее. Новорожденный ребенок, его потребность в воде 15% от массы тела. То есть менее чем за 7 суток вся вода в организме новорожденного ребенка заменяется полностью. Если вы искали для этой ситуации, для ее решения один вид воды, я уверяю, вас немножечко ввели в заблуждение. Один вид воды, который выполняет многочисленные функции, которые вода реально выполняет в организме человека, в принципе отсутствует. Каждый вид воды имеет свои плюсы, минусы, положительные, отрицательные свойства. Есть сотни курортов с минеральными водами, которые имеют свои показания и противопоказания. Но все-таки основной вид, я бы сказал, матрицу, я вам все-таки дам. А дальше варианты. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете, какую все-таки пить воду. Утром натощак, до еды, во время еды, после еды, при занятиях спортом, вечером перед сном, ночью. Вариантов масса. Ну, начну по порядку. Вы проснулись утром, и это прекрасно. Самая лучшая вода утром натощак — это вот та самая матричная вода. Та самая основная вода, которая в принципе полезна любому и каждому. Это дистиллированная вода. Зачем нужна вам дистиллированная вода? Все очень просто. Ночью ваш организм работал интенсивно, несмотря на то, что вы спали, и пытался восстановить вас после вчерашнего рабочего дня. И судя по тому, что вы утром проснулись, и вам нужна утром вода натощак, в крови находится достаточно много обменных шлаков. И вот такая дистиллированная вода, великолепный растворитель, она поможет вам удалить максимальное количество этих шлаков из вашего организма. Потому что солей ноль, то есть все молекулы воды готовы что-то растворить и с чем-то выйти из вашего организма. Если вы выпьете воду в холодном виде, то преимущественно сработают почки. Они дадут основное очищение вашей крови. Конечно, на холодную воду сработает и перистальтика кишечника. Но когда считают, что это вода запустила, нет. Не столько вода запустила перистальтику, и вода кишечник вам не очищает. Просто в холодном виде активируется перистальтическая волна, перистальтика кишечника, и он выжимает то, что может выжать из вашего кишечника, очистить ваш организм таким образом. Но вода тут не имеет решающего значения, не она выделяется через анальное отверстие. Она просто своим присутствием в желудке запускает этот процесс. Если же выпьете воду в горячем виде или в теплом виде, такая вода не активирует перистальтику кишечника, но она активирует выделительную способность кожи и легких. Сработает система терморегуляции. Большее количество воды с растворенными в ней обменными шлаками выйдет именно этим путем. И таким образом вы, как поняли, вы получили очищение. А питание? Ведь ваш же организм должен работать. Поэтому дистиллированная вода — это прекрасно в очищении. Но на протяжении всего дня вы эту воду использовать не сможете. Потому как утром натощак подразумевает под собой пустой желудок. Только в такой желудок может попасть дистиллированная вода. Если же вам нужно не только очищение своего организма, но и питание, воду нужно немножко разнообразить. В этом случае вы можете уже брать не только дистиллированную воду для основы, а с небольшим количеством солей. Обычно их называют воды столовые или низкой минерализации. Чтобы усилить действие, да, без проблем, можно добавить мед как источник энергии, можно добавить какие-то кислоты, там, например, яблочный уксус, лимонный сок, клюквенный, брусничный. То есть вы еще активируете не только очищение, но и в большей степени уже обеспечиваете питание своего организма. И получаете два в одном. И это прекрасно. Особенно это хорошо для ленивых, когда один из вариантов фактически такой же воды — это сок фреш. Когда вы выпиваете с утра, получаете почти такой же эффект. Единственное, что нужно вам мыть соковыжималку, а ложку меда, да выжать там лимончик с помощью вилки. Без проблем вы получаете фактически тот же результат, тот же напиток.
Я его называю «Коктейль Молотова для здоровья». Такое видео, кстати, есть на моем канале, вы можете посмотреть более подробно. И когда говорят, что вам нужна чистая вода, а это уже не вода, это еда, и вот те 1,5-2 литра чистой воды в сутки нужны, знаете, я бы очень серьезно поспорил с такими людьми по одной простой причине. Когда идет чистая вода в пищеварительную систему, она должна попасть исключительно в пустой желудок. Иначе она нарушит пищеварение. Это известно даже студентам-первокурсникам. Когда вода попадает в желудок, где идет пищеварение, она разбавляет желудочный сок, пищеварение нарушается, начинается процесс гниения. Если такая субстанция переместится в кишечник, там еще брожение может добавиться. То есть для здоровья пользы, мягко выражаясь, мало. Поэтому такая вода может попасть только в пустой желудок. Но в организме есть несколько систем всасывания. Поры, через которые может попадать вода в ваш организм, они известны. Это самые мелкие поры. В эту пору не войдет ни одна другая молекула через эти отверстия фактически в ваш организм из кишечника. Напомню, кишечник — это наружная среда вашего организма. А чтобы попасть во внутреннюю среду, есть определенные системы. Вот поры для молекул воды, они самые мелкие. Туда не войдет ни одна другая молекула, потому что они просто крупнее, они просто туда не пройдут. И молекулы воды одна за другой через эти поры попадают в кровеносное русло. Если бы это была единственная система транспорта воды в ваш организм, то соки, компоты транзитом проходили бы по кишечнику, как и другие напитки. А они всасываются. Не задавали себе вопрос, почему? Как организм может растворенные в воде вещества отделить? А он и не делает этого. Этой глупой работы ему не нужно делать по той простой причине, что растворенные в воде вещества имеют свои системы переноса, через которые вместе с ними идет и вода. И вода с продуктами пищеварения великолепно всасывается, и мощность потока воды в ваш организм резко увеличивается. И так значительно проще поддерживать водный обмен, чем просто, когда пьется исключительно вода, лишенная практически солей. Понимаете, насколько это важно? Как проще поддерживать водный обмен? Просто выпили водичку, вы только почистили свой организм. А когда вы выпили компот, сок, узвар, чай, кофе, супчик какой-то съели, кашку съели, везде есть вода, и вода связанная. Она участвует в процессе пищеварения, который называется гидролиз. И с продуктами пищеварения вода всасывается в кровь совершенно иными системами. Не через поры, а вместе с этими продуктами пищеварения они ее втягивают в кровь. А попав в кровь, они с кровью разносятся к клеткам. Легко попадают с этой водой в клетках. В клетках идет обмен веществ. Образуются те самые обменные шлаки. А вода где? А вода тут же, рядом. Она их растворила. И вместе с ними через соединительную ткань, через кровеносное русло, через любую выделительную систему удалилась из вашего организма. И все, процесс обмена веществ состоялся. И он идет более активно. И чем активнее идет всасывание воды, чем активнее такая вода может поддерживать обмен веществ, тем вы моложе, а значит здоровее. Если же вы пьете просто воду, да, она может сосаться, она всасывается. Безусловно, она перегружает кровеносную систему и чаще всего тут же удаляется через почки. Люди радуются, вот попил, выделил, вроде как все хорошо, обмен веществ состоялся, но он-то состоялся, но вы перегрузили сердце, сосудистую систему. Организм от этой подарка этого судьбы избавился через почки, вы как бы почистились, а еда, а питание клеток, а обмен веществ в клетках, как эта вода туда попадет? Да никак. Поэтому важно использовать этот физиологический момент для своего здоровья. Также очень важно, как принимать воду до еды. Если вы просто выпили стакан воды, в течение часа вы не имеете права кушать. Стакан воды примерно час находится в пищеварительной системе, в желудке. И пищеварение будет происходить очень вяленько. Да, желудочный сок выделится на воду, как и на любое попадание инородных тел в желудок. А еда и вода, напитки — это все инородные тела, в ответ на которые идет секреция желудочного сока с выработкой соляной кислоты. Это местная система дезинфекции. Если бы она не работала, человек постоянно находился бы в состоянии инфекции.
постоянно были бы обострения каких-то гастроэнтерологических заболеваний. Потому что вода, еда, это все не стерильные субстанции. С ними всегда попадают бактерии. Бактерии всегда находятся в полости рта. Всегда там размножаются. И попадая в пищеварительную систему, первый этап их дезинфекции, основной у человека, у животных есть еще слюна, с лизоцимом у человека остаточные следовые количества лизоцима не позволяют эффективно бороться с бактериями. А в желудке желудочный сок позволяет. Выделяясь на любое попадание в него каких-то инородных тел, каких-то жидкостей, выделяется желудочный сок кислотой. Система дезинфекции работает. Поэтому, если вы пьете до еды просто воду, не раньше, чем через час, имеете право покушать. Если же вы пьете перед едой чай, кофе, компот, только кислый, вы стимулируете секрецию желудочного сока. И вы можете покушать после такого приема жидкости, после такого приема воды, минут через 15-20. По аппетиту появляется аппетит, усиливается работа желудка, и вы можете уже в готовый желудок бросить ту еду, которую вы хотите. Ну, предварительно, конечно, ее переживал. А еда вам должна нравиться, она должна быть вкусной, ароматной, прекрасно выглядеть. Тогда по Павлу у вас запускается великолепная пищеварительная система, и вы пищу перевариваете. Во время еды, как я уже сказал, воду пить нельзя. Вода, попадая во время еды, она разбавляет желудочный сок и ухудшается переваривание пищи. Если же вы во время еды выпьете чай, кофе, компотик, овощной или там мясной бульончик, вы усиливаете работу пищеварительной системы. Да, на время вы разбавили желудочный сок. Но в ответ на эти сокогонные стимулы, которые оказались вместе с водой, выделилось дополнительное количество сока. И количество сока в вашем желудке секреторно увеличилось. Так не стоит делать раньше при явлениях обострения гастрита, там, язвенной болезни, когда кислоты много и без туго. А во всех остальных случаях во время еды можно и нужно пить, но только не воду. Как и после еды. Ведь многие считают, что можно после еды пить, там рекомендация есть через 30-40 минут, через час, через два. Вопрос, точка отсчета. Она должна быть. И точка отсчета — это не начало приема пищи. Это не окончание приема пищи. Точка отсчета одна. Это окончание переваривания пищи в вашем желудке. Если это произошло, в желудке реальное состояние после еды, имеете право пить просто обычную воду. Если вы не уверены в этой ситуации, лучше выпить ту воду, о которой я уже сказал ранее. Соки, компотики, супчики, чайки. Это все сокогонные вещи, которые помогают переваривать пищу. И все хорошо. Ведь вы-то пищу вкладываете в пищеварительную систему не для того, чтобы побаловать вкусовые рецепторы языка, а для того, чтобы получить энергию, получить какие-то витамины, макро, микроэлементы, которые там теоретически находятся. Но если вы влили воду во время еды, вы нарушили процесс пищеварения, это все не усваивается. Это все идет в канализацию. Очень важный момент, как пить воду в связи с занятиями спортом. Безусловно, спорт тяжело заниматься на полный желудок, но тут есть маленький нюанс. Все зависит от интенсивности занятий и от их продолжительности. Потому что во время занятий спортом работает мышца, она согревает ваш организм и провоцирует систему терморегуляции. Краснеет кожа, начинается усиленное потоотделение. А мышца, съедая запасы кислорода, которые в ней были созданы, она создает гипоксию, еще и появляется одышка. И двумя путями активно теряется вода. И занятие спортом — это индикатор. Если во время занятий у вас появилось чувство жажды, это говорит о том, что вы плохо подготовились к занятиям и слишком интенсивно их проводили. Потому что чувство жажды отражает густую кровь. Высокая вязкость крови создает нагрузку на сердце и на сосуды. Сердцу работать тяжело. И вариантов основных в принципе два. Если вы просто пьете воду во время занятий, когда появилась жажда, я понимаю, у вас мотивация сильная, у вас есть буквально
на расстоянии вытянутой руки олимпийская медаль или там чемпионат мира вы можете выиграть. И вы напоследок решили рискнуть своим здоровьем, попиваете водичку во время занятий. Потому что резкое увеличение объема крови, когда ваш организм вначале не смог поддерживать вязкость крови на нужном уровне, он начал высыхать. И тут вы дали воду, она резко всосалась кровь. Резкое увеличение объема крови – это нагрузка на сердце. Конюхи это прекрасно знают. Они лошади, которая прошла определенную дистанцию, пока она не успокоится, пока она не остынет, ей не дают пить. Должно восстановиться исходное состояние пульса. Лошадь должна успокоиться, прекратилась одышка, восстановился пульс. Только после этого лошади дают воду. Ну, со спортсменом поступает иногда по-иному. Я понимаю, да. Лошадь это достаточно дорогое удовольствие. Во время занятий спортом можно этим пожертвовать своим сердцем в перспективе. Но ни один врач-кардиолог не скажет вам во время физических нагрузок пить воду. Особенно если появилось чувство жажды. Если у вас чувство жажды появилось, вам нужно постепенно нагрузку уменьшить. Постепенно восстановить работу сердечно-сосудистой системы. И только после этого, обычно на это уходит 3-5 минут. Можно пить воду, можно пить иные жидкости. Можно компенсировать потери воды, которые у вас были чрезмерны. А для того, чтобы чувство жажды у вас появлялось позже, чтобы работоспособность все-таки была повыше, до занятий спортом важно выпить не просто воду. Я бы советовал щелочную воду выпить. Щелочная вода создаст резерв. Потому как во время работы образуется много кислот. И вот баланс щелочей и кислот это вязкость вашей крови в том числе. Когда кислот образуется слишком много, то есть вы слишком интенсивно нагружаете свой организм, щелочей не хватает, щелочной резерв слабенький, вот здесь возникает проблема, увеличивается вязкость крови со всеми последствиями, которыми я вам уже описал. После спорта тоже неплохо было бы выпить щелочной воды, в том случае, если занятия были достаточно интенсивны. Если вы шли на грани с чувством жажды, здесь тоже щелочная вода вам не повредит. Она поможет предотвратить так называемую крепатуру, или по-научному миозит называется, чтобы не потерять мышцы, ведь вы-то занимаетесь спортом, как правило, для того, чтобы увеличить мышечную массу, а с нею и увеличить свои достижения. Если вы перетренировались, развился миозит, то мышца пострадала, там развился воспалительный процесс, она будет разрушаться, продукты разрушения достанут почки. И это один из поводов закончить спортивную карьеру, ну, на каком-то уровне. Досрочно, я бы сказал. Потому что вы неправильно подготовились. Щелочная вода поможет погасить те кислоты, которые образовались во время физической нагрузки. И вот эти явления миозита уменьшить. Хотя это не единственный вариант. Одной водой, как говорится, сыт не будешь. Тут важно обеспечивать еще и правильное питание. Потому что спорт это достаточно интенсивная нагрузка на организм. И он не только в отношении воды должен быть подготовлен к этой нагрузке, но и в отношении питания. Чтобы достижения росли, или хотя бы вы их поддерживали на том уровне, который вы уже достигли. Что делать вечером? Перед сном тоже нужно пить воду. Ведь сон в среднем это примерно 8 часов. Во время которых вы дышите, вы потеете. То есть вода теряется. И кровь постепенно становится более густой. И самые неподготовленные, они рискуют. Такой рубикон ночной для человека, это с часу до трех ночи. Это время, когда на минимуме находятся активности меридиан сердца. И в это время очень вероятны инфаркты либо инсульты. И статистика об этом говорит. Если человек неправильно подготовился к ночному сну. Если он неправильно снабдил свой организм нужными источниками воды. Ну, на эту достаточно активную дистанцию, достаточно продолжительную дистанцию. Поэтому у вас, по большому счету, да, вечером перед сном нужно правильно выпить, правильную воду выпить. А ночью, на всякий случай, у вас должен около кровати стоять сосуд с водой. В любом случае, если вы проснулись, по любой причине, просто проснулись, или по необходимости в туалет, вы могли пополнить водный баланс своего организма, выпив стаканчик просто обычной воды. Тут не нужны ни кислоты, ни щелочи. Тут просто нужна водичка.
Хотя, вы знаете, щелочная вода тоже в это время могла быть вам полезна. Все-таки во время работы над восстановлением вашего организма кровь тоже немножко закисляется. Ночью тоже можно выпить стаканчик щелочной воды. Это тоже будет очень полезно для вашего здоровья. Ну вот так. Попробовал я вам ответить на вопрос, какую все-таки пить воду и когда лучше для вашего здоровья. Подробнее вы найдете в других видео на моем канале. Есть целая серия видео, как правильно пить воду. А я с привычными подписчикам моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения подумаю, какое еще видео написать на эту тему, пока вы думаете, ставить лайк на это видео или не ставить, отправлять его своим друзьям или знакомым, подписываться на мой канал, на котором более 500 различных видео, или не подписываться. До новых встреч на моем канале.